Река горят! Осторожно! Вихри, правда, маленькие. Может, волшебные? Странноватые. Как думаешь, что нам с ними сделать? Не знаю. Может, если прийти ночью, в них что-то изменится? Во имя богов, что это? Колебания. Дрожит земля или что-то еще? Не слыхал о таком в Ванахейме. Должна быть причина. Yeah!
поднялся! Сейдеры словно становятся легче, когда они умирают. Жутковато. Толчки. Они идут из-за тех ворот. Надо идти в обход. Осени. Ну, пойдем домой? Или опять лень? О, лень! Дошло? Нет? Чтобы он не на нас охотится. Это ненадолго. Надо тоже обрушить.
Они стали ближе. Мы совсем рядом. Я слушаю. 5 часов на север, потом 2 на восток. Мне сказали, я найду ту долину, новый дом взамен разрушенного Асами. Так что случилось? Я не могу вспомнить. Я так хотел начать новую жизнь. Ты помнишь что-нибудь, что поможет найти вторую половину песочных часов? Там было 3 водопада. Я помню, что хотел поселиться рядом с ними. Должен быть способ перебраться. Мы везде посмотрели. Вот она. Находка. Теперь можно и на пруд заскочить. Давненько мы не были у того пруда, брат. Эй, можешь не колотить мной о стены? Я недостаточно с тобой аккуратен. Ну что ты? Ты сама нежность. Если что-то сумело разрушить этот тоннель, оно очень крупное. У любого создания есть свое слабое место. Ха, неожиданное затишье. Сейчас бросится! Ну, разумеется, клятый я! Нет!
Лиза! Не должна была застать нас врасплох. Всегда будь готов к неожиданностям, да? Надеюсь, теперь эта тряска прекратится. Может, когда мы закончим все дела в долине, тут наконец-то можно будет поселиться? Алка. Еще один кристалл для пруда.
еще одна поэма Квасира. Узнал что-нибудь? В Асгарде я видел, как Один делает что-то с новыми Эйнхириями. Они были будто в беспамятстве, а потом он произнес заклинание, и они пришли в себя. Да, это его обычай еще с тех пор, когда их держали в Вальгале. Мне кажется, позволяя им вспомнить свою жизнь, он по-своему обманывает смерть. К тому же я не удивлюсь, если, даруя им самостоятельность, он тем самым наделяет их безграничной преданностью. Мимир, даже не знаю, как спросить. Один поведал мне разные истории. Например, как он потерял глаз. И они немного отличались от того, что ты мне рассказывал. Конечно, я верю тебе, но, кажется, у него тоже не было резона врать. Тебе надо знать о лжецах одно. Они лгут. Лгут из принципа, без повода. Они будут врать обо всем, пока им это сходит с рук. Да и потом тоже будут. Просто чтобы показать свою власть над реальностью. Всегда держи это в уме.
очистили немного землю от этой гадкой поросли. Сколько у тебя кристаллов? Сходим к очищающему пруду. Могильный камень. Нас ждет еще один берсерк. Еще одна надпись. Последний ингредиент. Здесь должен быть еще ингредиент. Встреча Яри и Собра. Ах да. Так вот, они решили, что лучше странствовать вдвоем. Вместе веселее. Да. Они быстро прикипели друг к другу. Их трапезы вошли в легенды. Говорят, после ужина с ними можно было не есть еще пару недель. Это был последний ингредиент. Отнесем все к котлу в Мидгарде. Значит, новое копье отца сделано из кольца? Да, Драупнир. Его сделали братья Хульдры в дар Одину. Что оно делает? То и дело, Драупнир создает свои копии. Видимо, Хульдры решили, что одно золотое кольцо – славный подарок. Но бесконечный запас таких колец обеспечит им теплое место в сердце Одина. Но не вышло? Ну, конечно же. Кажется, можно пристать к тому берегу. Смотри, вернулся! Мы найдем путь наверх. Сюда. О, нет. Поднажмем. Есть!
клятва! Да! Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Последний враг! Ну, поднажали. Теперь чего?
Брат, хочу спросить о твоей родине. Я слышал, ваши боги повелевали всеми возможными стихиями. Ну, там, молниями, огнем и прочим. Я тоже. И много лет. О! А можешь вспомнить что-нибудь из той магии? Нет. Я пытался. Фрея говорит... Продолжим позже.
Часы. Спасибо. Теперь я могу идти в Фолькванг. Сначала ответь. Ты хотел поселиться в этой долине. Отчего не вышло? Я помню, когда я пришел сюда, эта долина была на грани разрушения. Была кратером, как и сейчас? Нет, но в городе царила разруха. Окна были выбиты. Стены проломлены. Не таким я себе представлял новый дом. Что стало причиной разрушения? Битва. Яростней, которые я никогда не видел. Помню лязг и блеск металла на солнце. У Тора был его молот, а у его противницы диковинный топор. Этот топор? Он был у рыжей воительницы? Да, она выглядела грозно. Я помню ее руки в перчатках. Помню, как мастерски она наносила удары. Прежде ни одно оружие не могло сравниться с Мьёльниром. Но этот топор и его хозяйка, Тор, сражался не на жизнь, а на смерть. Значит, Фэй билась с Тором в этой долине. Не просто билась. Похоже, мама его одолела. Похоже, я многого о ней не знал. А теперь ее нет. Может быть. Но ее история здесь не окончена. Охотницы говорят, что почитают Скади, но она никогда не убивала ради забавы. Нет. У них есть цель. Мы просто ее не знаем. Если попробовать другое снаряжение.
А если попробовать другое снаряжение? Oh.